Основная формула в лабораторной работе про измерение силы удара шарика о плиту выводится из закона сохранения энергии. Первоначально шарик находится на высоте h, а перед ударом его скорость равна v. Поэтому из закона сохранения энергии пишут, что кинетическая энергия перед ударом равна потенциальной энергии в начальной точке траектории. Но в этой задаче действуют две внешние силы. Сила натяжения нити и mg. Если mg консервативна и не мешает закону сохранения энергии шарика, то сила натяжения нити не консервативна. Но сила натяжения всегда перпендикулярна скорости. Следовательно, работа, сила трения, равная t на ds на косинус альфа, равна нулю. То есть не может изменить энергия силу натяжения нити. Следовательно, закон сохранения энергии здесь применим.